Православная церковь вспоминает сегодня чудотворцев, основателей мужского монастыря на Валааме, преподобных Сергия и Германа. В начале 14 века они поселились на острове, собрали братью и стали проповедовать христианскую веру. Патриарх Московский всея Руси Кирилл провел службу в Спасо-Преображенском соборе. На торжественной литургии побывал Владимир Путин. Затем монахи пригласили президента на торжественную трапезу. Глава государства отметил, что даже в праздник нельзя забывать о тех, кто работает, воюет и отдает жизнь ради безопасности нашей страны. Вы знаете, что есть, к сожалению, у нас потери в Сирии. Погибли два наших летчика, которые отдали жизнь за то, чтобы все мы чувствовали себя уверенно, двигались вперед, для того, чтобы безопасность нашего Отечества укреплялась. Я прошу ваше святейшество, вас, всех духовных лидеров и людей, которые близки к людям через веру, и через православие, и через другие наши конфессии, никогда об этих людях не забывать и молиться о них. Рефагат Хабибулин и Евгений Долгин 8 июля испытывали сирийский вертолет в провинции Хомс. И в этот момент рядом с ними отряд ИГИЛ прорвал оборону сирийских войск. Наши пилоты атаковали позиции террористов. Из расходов весь боекомплект, пилоты развернулись к базе, но их машину сбили. Оба летчика посмертно представлены к высоким правительственным наградам.